Здравствуйте, вы смотрите 7-й канал. В студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В Сомали атакована база ООН и миротворческой миссии под мандатом Африканского союза. Нападение произошло в столице Могадишо. Сообщается минимум о 18 погибших. Двойной подрыв осуществили террористы-смертники. Наиболее активно в этом регионе действуют боевики Аль-Каиды. Но пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Власть Бельгии оценила ущерб от теракта в Брюсселе в 1 миллиард евро. Доходы частных компаний в столичном федеральном регионе в первом квартале года сократились на 122,5 миллиона евро. В Валлонии на 20 миллионов, во Фландрии на 33 миллиона. Кроме того, по данным министерства, налоговые сборы государства снизились из-за терактов на 760 миллионов евро. Правительство приняло все возможные меры для оказания помощи предприятиям. Нападение с ножом на дом-интернат для инвалидов в Японии не связано с ИГИЛ. Напомню, постояльцев атаковал молодой мужчина, бывший сотрудник пансионата. Свежие подробности далее в сюжете. Интернат располагается в пригороде Токио. На инвалидов напал 26-летний Сатоси Уэмацу. Не менее 19 человек убиты, больше 40 получили ранения, около 20 раненых в тяжелом состоянии. Как нам сообщила полиция, нет никаких доказательств связи нападавшего с исламским государством. Мы проанализируем всю информацию, собранную городскими властями и полицией, чтобы гарантировать то, что ничего подобного больше не произойдет. Уэмацу проработал в этом учреждении около 3 лет и уволился в феврале этого года. Злоумышленник подъехал к зданию интерната на машине в 3 часу ночи и проник внутрь, разбив окно. С собой у него была сумка с ножами. Нанеся удары десяткам людей, мужчина скрылся. Примерно через час он сам пришел в полицейский участок. Свой поступок мотивировал желанием, чтобы инвалидов не было. В интернате проживают люди с самыми разными видами недееспособности, возрастом от 18 до 70 лет. Жители города Сагамихары, где произошел инцидент, шокированы. У нас здесь очень мирная атмосфера. Я даже и предположить не мог, что подобное может произойти здесь. Я просто в шоке. Я просто хочу знать, почему это произошло, причину. Такое может произойти где угодно, и обычно это связано с человеческими взаимоотношениями. Для Японии это нападение стало самым кровавым за многие годы. Беженцы, лишенные возможности пересечь границу Сербии с Венгрией, объявили голодовку. Рядом с контрольно-пропускным пунктом они требуют открыть границу. Подробности далее. Голодовку объявили около 150 мигрантов, в основном из Пакистана и Афганистана. Мигранты вышли из Белграда поздно вечером в пятницу и добрались до КПП «Хоргаш» к началу недели. Беженцы разместились в 100 метрах от пограничного заграждения. Они надели красные кепки и отказываются от еды. Мигранты обещают голодать до тех пор, пока Венгрия не услышит их призыв. «Мы объявили голодовку, ничего не едим. Вы можете увидеть там пищу, но никто не притрагивается к ней, только пьют. Они сидят так целый день». В прошлом месяце Венгрия стала пропускать через свою границу не более 30 мигрантов в день. Тех, кто нелегально пересек рубеж, депортируют обратно в Сербию. Таким образом, мигранты, прибывающие на сербскую территорию, словно попадают в ловушку. По данным комиссариата Сербии по делам беженцев, в стране насчитывается уже около 3000 мигрантов. Из них 800 человек находятся непосредственно у венгерской границы, ожидая, когда их пропустят страны ЕС. Миграционный кризис – это проблема, которая не должна решаться одной страной. Это глобальная проблема. Мы хотим внимания, хотим сфокусировать внимание всего мира и мировых лидеров. Министр труда и соцзащиты Сербии заявил, власть обеспечила мигрантов палатками и всем необходимым. По его словам, полиция готова предотвратить любые беспорядки на сербско-венгерской границе. Мигранты, в свою очередь, обещают протестовать мирно. Между тем, Венгрия усилила присутствие военных и полицейских на границе в районе КПП «Хоргаш». В США, в Филадельфии, проходит 4-дневный конгресс Демократической партии. В первый день его работы участники приняли партийную программу. С ней кандидат в президенты пойдет на выборы в ноябре этого года. В документе представлены основные вопросы, которыми займется администрация американского лидера от демократов в случае победы на выборах. В частности, это борьба с изменением климата, повышение доступности высшего образования и снижение уровня безработицы. Кроме того, демократы намерены изменить в лучшую сторону положение нелегальных мигрантов в США.
Все они просят шанса на справедливость. Они просят принять во внимание их потребности и страдания. И нам нужны определенные реформы, чтобы помочь им. На Конгрессе также утвердят кандидатов экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на пост президента от демократов и сенатора Тима Кейна на пост вице-президента США на предстоящих выборах. Официальное выдвижение состоится 28 июля, в последний день работы съезда. После этого кандидаты должны дать согласие баллотироваться на выборах от Демократической партии. Ранее прошел съезд Республиканской партии, которая выдвинула кандидатом в президенты миллиардера Дональда Трампа. На этом пока все. Больше свежей информации в 15 часов. До встречи в эфире. Всего доброго.